А как вы в детстве называли? Мы их называли солдатиками. Вот. Прям природная ступенька. Оп. Блин, ну вот я хрен знает где забрался. Нет, все равно же есть свиньи везде. Я и мой говнопес идем дальше. Ух ты. И старый метод. Человеку, чтобы узнать глубину, нужно кинуть палку. Есть шанс высокогорный дуб перевести в нашу местность. Попробуем. Прошлый год меня котики встречали, теперь тут одни собачки. Ну вот там видно, что река разлилась, полноводная. А, вот, вот. Вот он вид. Тут есть еще вот пещера. И есть еще вид на скайпарк. Пока чаек пил, люди спустились снизу. Там еще форелевое хозяйство. И оказывается, что помимо вот этой пещеры есть еще одна. Вот эта платная, а там не знаю. В общем, короче говоря, продвигаюсь сюда пока. Ух ты, там шиповник завис. Попробуй собери. Тут какие-то плакаты. Тут жили неандертальцы. Вы можете себе представить, что... Ну, конечно, место по сути безопасное. То есть он отсюда все видит. Ему все хорошо. Ого, тут какие-то разломы. Вода есть. А тут, да, человек мог прятаться от невзгод. Так. А надо обязательно тянуть так, чтобы оторвать? Вот это все, если это оно держится на вот этом вот, то я еще попробую успеть, пока оно не обрушилось. Да, вот еще шиповник, который вряд ли кто-то соберет. Это, наверное, самый дорогой чай будет. Вид классный. Так, это, наверное, для отважных сюда залезть и сфотографироваться. Я сегодня не отважный, поэтому я не лезу. Там внизу вижу какой-то подвесной мост. И вот сейчас люди шли, говорили, что как раз вот где-то тут внизу они видели еще какую-то пещеру. Минуточку. По-моему, я мимо нее проезжал. Зачем тогда спускаться, если можно так пройти? Так, пещера. Естественно, будет тут какой-нибудь Антон. А, тут вот еще. Туда я не полезу. Там грязно и скользко. Здесь комфортно. И сухо. Ух ты, блин, ну то чуть не подскользнулся сейчас. На ботинках, на подошвах уже налипло всякое. О, интересно. Я думал, это все намного меньше. Вот туда даже люди залазят, чтобы нацарапать свое имя. О, вот, это пока еще все предварительные ласки были. Самое интересное здесь начинается. Так. Дайте я вот так вот проведу, чтобы потом можно было на паузу поставить. И вот этот плакат. И вот этот. А вот это интересно, это как природная, как рисунок как будто. Нифига себе, да, говорят дети. И я могу подтвердить, нифига себе. Ну-ка, ну-ка.
Это все было природой создано. Ух ты, а здесь прям теплом повеяло. Да, пацан, это самая настоящая пещера. И сейчас мне навстречу должны вылететь стая летучих мышей. Да, здесь становится тепло. Увы. Но некомфортно нагибаться. Вот. Ничего себе. Немножко свет появляется и растет мох сразу же. Вот. Куда-то туда еще уходит. Вот тут вверху. О, тоже прям воздуховод природный. И вот чуть-чуть свет даже от лампы. И растительность поперла. Фотосинтез, все дела. Могу сказать, что здесь на камнях именно скользко, поэтому аккуратно. Вот еще. Ну да. И вода здесь затекает. Обалдеть. Я не знаю, сколько здесь градусов, но здесь реально тепло. Даже немножко парит. То есть влажность такая повышенная. А это потолок. Что-то поблескивает. Наверное, перит. А потолок черный. Наверное, все-таки здесь же костры жгли. Эти неандертальцы, древние люди. И вот все, сталактиты, сталагмиты. Но они тут больше всего по стенам. Где-то капает, где-то накапывает. Видно или нет? Живность, вот она. Тут вода. Как тебе снять? Вот она. Резкость только на нем не берется. Что интересно, обычно пауки в сыром не селятся. А этот обосновался пальцами. Ну да, каждый же потрогал и что-то написал. Понятно. Ух ты. Просто, насколько помню, помещения обычно даже проверялись. А если паутина есть, значит сырости нет. А вот тут этот паук... Не такой, как все просто. Во. Как оно здесь поблескивает, вот это? То ли капельки, то ли... Нет, наверное, капельки. Или перит. Но камера, наверное, даже не передает вот этого. А вот тут запах какой-то не очень приятный. Ох, нифига себе. Вот это да. Вот свет и вода. Совсем немножко там нужно этим растениям. Как туда вообще эти семена попали? И они тут растут. Какая-то веревка. Кто-то туда забирается. Меня уже в лоб пару раз попало. Прилетела капля. Я еще вот хочу снять. Обалдеть. А как оно вот так вымывало? Это как будто снизу фонтан напором шло. И вот это все вымыло. А потом сверху думал. Ну, короче, фиг поймешь. Но это все... На это действительно очень много времени потребуется, чтобы это все природа создала. Но это невероятно. Просто невероятно. Скажем так, да. Плюс галочка. Рекомендую к посещению. Деревья вниз растущие. Но куда им деваться? Хоть так называется. В общем, пещера. Угу. Плюс. Мне понравилось. Выходишь из пещеры, чувствуешь, что да, влажность там большая, и делаешь вдох и понимаешь, что на солнце кислорода больше. Поэтому ценим воздух, свет и воду. И живем. О, голову повернул. А тут красота в тенечке еще не отцвела. Вот сегодня прогноз смотрел, Москва минус 12. А здесь бабочки. Вторую найду. А тут летает тоже. И пчелы, и все на свете. И вообще, Сочи это, конечно, красота. Да. Так. Вот смотровая площадка пещеры, где я только что стоял. О! Ну, класс.
А сейчас я хочу, а куда мне тут слезть, так, чтобы не навернуться, и еще найти вторую пещеру. О. Пока людей, которых я встречал и спрашивал, наверное, вот эта тропа, да кто ж тут валяет кучи такие везде причем. Говорят, что там дальше грязно, они не стали дальше туда идти. Ну, попробую найти. Мне примерно объяснили, как пройти к этой пещере, ко второй. Пока не получается. Тут вот это все попилено, и вот эти вот мои... А, это, наверное, можжевельник. Вот это он же, зараза, колючий, дерущий. Если он схватил тебя за штаны, то он их точно отберет. Вот снова своего рода природные ступени. Корни, камни. А, вот тут уже нормуль. Ну и судя по всему, а вот оно. Ух ты. Это салфетки, маски. А мне и повязать нечего. Что-то я думал, думал наив или пилот. Не знаю, зачем это, но я этого делать не буду. И снова жмем на паузу. Здесь, мне кажется, далеко не зайдешь уже. Здесь что-то из камней. Так, дальше все становится. Потолок ниже, грязи больше. Ну, ползком, может, проберусь. И поскольку здесь света нет, раз не освещено, значит, это не предусмотрено для посещения. Так, у меня собака поменялась. Еще есть шанс транспортное средство поменять. Вот еще один. Аккумулятор садится. Ну, в принципе, у меня поездка уже сегодняшняя такая, которая моя прогулочная, подходит к концу. Что-то успею еще, может быть, сниму. Дерево себя возомнило лианой. И куда-то туда вверх. И там уже распустилось.